Искренность – одна из величайших добродетелей, к которой должен стремиться каждый верующий. Главное, что должно присутствовать в нашем поклонении – это искренность. Всевышний в Священном Коране повелевает: «Мы ниспослали тебе Писание с истины, поклоняйся же Аллаху, очищая пред Ним веру. Скажи: мне велено поклоняться Аллаху, очищая пред Ним веру». Относительно искренних рабов в Священном Писании говорится: «Иблис сказал: Господи, за то, что ты вел меня в заблуждение, я приукрашу для них земное и непременно совращу их всех, кроме твоих избранных или искренних рабов». Лишенное искренности поклонение переполнено мирскими устремлениями и духовными изъянами. Тайно очищающие и возвышающие поступки является искренность, ихляс. Деяния, совершенные без искренности, не принесут рабу никакой пользы. Именно к тем, кто, выполняя поклонение, не обращая внимания на то, что одним из условий намаза второго столпа веры после имана является ихляс, относится суровое предупреждение священного аята: «Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам, которые лицемерят и отказывают даже в мелочи». Достопочтимый пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего, призывал: «Всевышний Аллах не посмотрит на ваш внешний вид и богатство, но посмотрит на ваши сердца и поступки, оценивая искренность и богобоязненность». Да поможет Всевышний нам и нашим близким не упустить благодати каждой секунды в нашей жизни. Да поможет Он нам прожить жизнь богобоязненности и искреннем поклонении. Аминь. Мира вам и вашим близким, милости Всевышнего и Его благословения. Московский исламский колледж теологии и права приглашает слушателей на обучение в медресе в новом учебном году. Дни открытых дверей пройдут 4 и 5 сентября 2021 года. Все желающие смогут посетить учебное заведение, познакомиться с преподавателями и подробнее ознакомиться с образовательной программой. Мы искренне ждем вас и будем рады знакомству. Подробности можно узнать по ссылке в описании.